не поддаваться панике и быстро покинуть помещение. Именно такая задача сегодня стоит у учеников школы номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова и у их преподавателей. В эвакуации участвует более 700 человек. Это учебная эвакуация. Отрабатываются практические навыки работников и обучающихся при угрозе террористического акта. Ребята и педагоги покидают здание в считанные минуты. Для эвакуации используются все выходы. А для отработки устранения последствий при чрезвычайной ситуации на объект оперативно прибывают пожарные. У нас каждый месяц проводятся такие плановые эвакуации. Вот, на очередной из них мы поняли технику. В очередной раз повторили все действия. Не паниковать, должно все проходить организованно, потому что паника замедляет действия. Плановые тренировки состоялись и в школе номер 11 имени Титова. Такие тренировки нам необходимы, чтобы дети не растерялись в сложной ситуации, непредвиденной, чрезвычайно, если такова возникнет в школе. В Московской области продолжается месячник пожарной безопасности. Проводятся практические занятия, инструктажи и другие мероприятия. Так, в школе номер 11 решили усложнить сценарий тренировки и дополнительно отработать действия при возникновении пожара. Источник, очаг пожара у нас расположен на первом этаже, возле электрощитовой, на котором мы будем акцентировать внимание, смотреть правила и поведение учащихся и преподавательского состава. Это всего лишь учение, но сценарий практического занятия максимально приближен к реальности. Именно здесь отрабатываются те самые важные навыки, которые в случае возникновения чрезвычайного происшествия помогут сохранить жизнь и здоровье человеку. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.